Здравствуйте, Людмила, компания Maxi Markets TV. Можно задать вам несколько вопросов? Можно, да. Давно ли вы торгуете на рынке Форекс и какими впечатлениями можете поделиться? На рынке Форекс я торгую с февраля 2018 года, то есть почти год. Ну, торговля это нельзя назвать, потому что я ничего не понимала, мне было все страшно. В общем, я была в полной панике. Но благодаря своему эксперту Оле Авериной я смогла начать зарабатывать деньги. Вот, Людмила, вы сейчас упомянули вашего личного менеджера. Расскажите немножко подробнее о том, как именно она вам помогает в работе. Ну, Оля мне очень помогает. Я буквально с ней могу консультироваться каждый день и могу задавать ей вопросы. Она мне подсказывает, она меня направляет, она вселяет в меня, как сказать, уверенность. Потому что мне 71 год, я не могу так быстро, как молодежь, войти в рынок, понимать все сразу, схватывать. И поэтому мне немножко сложно в этом смысле находиться на рынке, работать. Но Оля смогла мне доказать, что и я могу зарабатывать деньги. На данный момент вы довольны своими результатами? Да, очень довольна, очень довольна. Ну вот я практически за день смогла заработать 13 тысяч долларов. Ну, для меня, для начала, ну, для моего начала, потому что я считаю, что у меня только сейчас начинаются мои заработки, то это очень хороший результат, конечно. А расскажите, на каких валютных парах, на каких инструментах вы обычно торгуете? Ой, ну, я торгую... Вот сейчас я уже начала торговать... ну, валютные пары, ну, это стандартные. Евро-доллар, фунт-доллар, ну, и такие вот валютные пары. Потом на нефти торговала, на золоте, акции, ну вот, не таких. Людмила, а как вы считаете, Форекс может стать основным заработком? Ну, я вам так скажу, если, конечно, Форекс не для слабонервных, это правда, потому что большие суммы, и надо понимать, как... То есть надо для себя выработать тактику работы. Конечно, все можно, все нам по силам. И мне очень нравится Maxi Market и Market, и очень нравится мой эксперт, менеджер. И все замечательно. Я думаю, что я останавливаться не буду, конечно. А что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? Ну, начинающим трейдерам я бы посоветовала верить в свои силы и очень слушать своего эксперта, менеджера. Потому что начинающим трейдерам нужно понимать, что так как мы заходим на рынок... Ну, как бы, как начинающие, еще даже не понимая всех тонкостей работы на рынке, поэтому нам нужно очень слушать своего эксперта и понимать, что он нам говорит, и выполнять те требования, которые нам нужно выполнить. Людмила, спасибо вам большое за уделенное время. Компания Maxi Market желает вам успешных торгов. И вам спасибо.